памяти. Учреждения культуры республики подготовили обширную программу мероприятий. В этом году знаменательный день 27 сентября отмечается с особым размахом и приурочивается к значимым юбилейным датам. 385-летие вхождения Якутии в состав российского государства, 95-летие образования Якутской ССР, 120-летие Максима Амосова и 140-летие Алексея Кулаковского. Театры республики порадуют тематическими показами спектаклей, торжественные мероприятия, посвященные Дню государственности, традиционно пройдут в республиканских музеях истории и государственности. На площади Ленина весь день 27 сентября будут проводиться торжественные мероприятия в новом формате. Тем временем ученики республиканского физико-математического лицея-интерната споют гимн республики. Старшеклассники лицея заранее начали подготовку к празднованию. Главными солистами хора станут ученики гуманитарного класса. Лицей ежегодно проводит 27 сентября торжественную линейку, на которой исполняется гимн Якутии. Кроме линейки и исполнения гимна, совместно с Государственным музеем имени Емельяна Ярославского, школа организовала фотовыставку «Старый Якутск». Понятно, что не все эту песню, гимн знают, так, но тем не менее все-таки вот эта традиция во всех школах республики есть, и мы его тоже придерживаемся. Ежегодно мы проводим линейку в этот день.